Победили. Приятная победа с таким уверенным счетом. Наверное, не все, скажем так, с точки зрения технических элементов в первом тайме получалось. В простых ситуациях ошибались на ровном месте. И при этом, скажем, в таких ситуациях, где, ну, наверное, уверенная в себе команда, мастеровитая, не должна допускать ошибок. Но, к сожалению, да, и был брак. И во втором тайме, естественно, мы чуть процент этот уменьшили в простых ситуациях ошибок и стали появляться больше голевых ситуаций. Ну и, наверное, то преимущество игровое, которое у нас было в первом тайме, но которое мы не реализовали в забитые голы, то во втором тайме уже, естественно, у нас стало больше моментов голевых ситуаций возникать, и реализация тоже была на хорошем уровне. Поэтому, в целом, подытожили этот недельный цикл подготовки контрольным матчем. Хотели именно сыграть с хорошей командой. Но понятно, что соперник был, возможно, не в оптимальном составе. Понятно, тоже свои цели преследуют. Но это их задачи, их цели. Мы свои цели преследуем. Поэтому постарались сыграть таким боевым составом для того, чтобы свои наработки, скажем так, эффективнее воплощать в жизнь на футбольном поле.